Добрый день, уважаемые слушатели! Я Баранов Сергей Владимирович, преподаватель программы профессиональной переподготовки «Проектное управление» Высшей школы управления человеческим капиталом Финансового университета. В настоящее время проектное управление все шире применяется в самых разнообразных областях менеджмента. Потребность в грамотных руководителях проектов растет во всех отраслях и сферах профессиональной деятельности. Поэтому для тех, кто заботится о своей востребованности на рынке труда, становится все более важным вопрос о приобретении или углублении знаний и навыков в сфере управления проектом. Цель нашего курса – помочь слушателям приобрести новые или улучшить существующие компетенции в тех или иных областях знания управления проектом и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. В результате обучения вы поймете, как запускать проекты, планировать экономику проектов, отслеживать их эффективность. Узнаете, как и зачем создавать органы управления проектами, как управлять командой и мотивировать сотрудников, как и зачем управлять коммуникациями в проекте. Приобретете системные знания для выполнения нового вида профессиональной деятельности, повысите компетентность и личную эффективность, что позволит вам использовать полученные знания на практике. Среди наших спикеров – ведущие специалисты финансового университета и эксперты практики в сфере проектного управления. Курс состоит из 7 учебных дисциплин и финального проекта. Каждая из дисциплин содержит видеолекции и вебинары, текстовый материал и презентации, которые помогут вам сориентироваться в изучаемой теме. Практические задания и тесты помогут вам лучше закрепить изученный материал. Доступ к данному материалу будет у вас открыт и после прохождения обучения, чтобы вы могли в любой момент вернуться к изученным материалам и решить конкретные практические задачи, которые перед вами встанут. Наша программа предназначена как для тех, кто уже сталкивался с управлением проектами, так и для тех, кто только планирует построить карьеру в этой сфере. Обучение проходит в очно-заочном формате с применением дистанционных технологий. Срок обучения – 2,5 месяца. По завершении обучения вы получите диплом финансового университета о профессиональной переподготовке. До встречи на курсах!